Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. С вами Александр Гончаров. Сегодня хочу с вами поговорить на тему питания. Обобщенно. Белки, жиры, углеводы, калории, когда есть, зачем, кому, почему, какие могут быть у людей цели, да? Вот. Когда есть, что есть. Ну, в общем, начнем. Да, кстати, сегодня воскресенье, замечательный теплый вечер, отличная погода. Решил сделать небольшое кардио, так сказать, в роли небольшой прогулки. Сегодня я в отличном настроении и готов поделиться с вами несколькими, так сказать, секретами. Возможно, кому-то облегчить жизнь, так как все думают, что питание – это что-то невероятно сложное, да, что нужно питаться каждые 2 часа и так далее. Ну, в общем, начнем с простого. Существует профицит калорий, существует дефицит калорий, существует, так сказать, поддержание. Так вот, профицит калорий – это набор веса вместе с жиром, без исключений. Ну и с мышечной массой, естественно, при условиях тренировок. Дефицит калорий гарантирует вам потерю веса, в том числе и жира, если вы все делаете правильно. Поддержание – это когда вы удерживаете текущий процент жира при какой-то вашей дневной активности. Цели у всех могут быть разные. Например, вы можете быть достаточно худой парень, у вас мало мышц, у вас мало жира, вы хотите набрать мышечной массы. Или вы достаточно крупный человек, полный человек, то есть у вас есть лишний жир, и вы хотите избавиться от него. Или у вас уже низкий процент подкожного жира, достаточное количество мышц, и вы хотите его удерживать, да? Так вот, начнем, наверное, с дефицита калорий. Многие люди думают, что во время похудения они должны избавиться от каких-то продуктов, например, мучное, да, хлеб, картофель, жирное и так далее. Отчасти они правы, отчасти нет. Некоторые также считают, что можно не есть после 6 и все. Это гарантирует вам потерю веса. Или же кардио на пустой желудок. То есть вы проснулись с утра, вы делаете кардио любое на пустой желудок, и у вас сгорает жир во время кардио, да? Все. Это не так. На самом деле все гораздо проще, ребята. Я честно вам скажу, вы можете употреблять во время сушки, да, то есть во время похудения, абсолютно любые продукты. Вы можете есть все, что вам хочется, любые продукты. Я сейчас не буду делить их на полезные, правильное питание и неполезные, так как я считаю, что вся еда, она в принципе более или менее полезная, да, то есть для меня это так, калории зашли, калории вышли. Самое главное в процессе поглощения пищи, это все-таки удовольствие. Мы едим ради удовольствия, да, потому что это наша часть, так сказать, человечества. Мы любим покушать и едим ради удовольствия, вот и все. Вот, успех хорошей формы, да, или достижение результата любого, ну, сейчас мы говорим о похудении, сушке, он зависит в первую очередь от вашего постоянства. То есть, опять же, вы должны это делать на протяжении определенного количества времени, постоянно, и будет результат. Если вам не будет нравиться ваше питание или диета выбранная, это гарантирует провал. В какой-то момент вы просто прекратите это есть, да, там неважно, насколько вы были до этого мотивированы, все это кратковременно, это потом пропадает, голод возьмет свое, и в какой-то момент вы застанете себя опустошающим холодильник. Вы просто будете есть все, что вы там найдете. Я там был, я знаю, о чем я говорю. Так бывает, когда вы строите свое питание неправильно, из неправильных продуктов, ограничиваете себя во времени. Теперь я вам скажу, как оно есть. Вы можете есть любые продукты, но с учетом того, что вы посчитаете БЖУ, да, то есть вы будете знать, какое количество белка, жиров и углеводов вы употребляете каждый день. Вот. Как, зная эти цифры, вы можете строить свое меню из любых продуктов, абсолютно любых. Это уже будет неважно, вы едите булочки, чипсы, картофель, хлеб, майонез, что угодно, это неважно, это все
те же самые белки, жиры и углеводы. Откуда вы их получите, это ваш выбор. Итак, запомните, ребята, самое главное – это задать себе вопрос, что я люблю употреблять, то есть какие продукты мне нравятся, что доставляет мне удовольствие. Ответьте на этот вопрос честно, да? И все. После этого вы будете иметь список продуктов, из них вы будете составлять свое меню. Это первый пункт. Второй пункт. Подумайте, сколько раз в день вам удобно есть. Многие говорят, что нужно есть обязательно 5 раз в день или 6 раз в день. Есть адепты такой теории, что нужно есть каждые 2-3 часа. Да? Так, это все на самом деле неправильно. Это не так. Отчасти это правильно, если мы сейчас берем пятиразовое питание, почему его советуют? Для максимального синтеза белка, да, то есть говорится, что употребляя белок каждый день 5 раз в день, мы делаем максимальный синтез белка, да, то есть он у нас максимальный, это очень хорошо для набора мышечной массы, да, это так. Но если вы будете питаться 2 раза в день, 3 раза в день, 4 раза в день, это не важно, у вас все равно будет тот же самый результат. Вот и все. Поэтому вы выбираете продукты, которые вам нравятся, делаете из них себе меню, едите когда угодно. Вы не должны следить за временем, вы не должны есть каждые 2-3 часа. Поверьте мне, ничего с вами не произойдет. Существует даже такой миф, что вы должны кушать через полчаса после тренировки. Я вам честно скажу, то есть это называется анаболическое белково-углеводное окно, да? В общем, это настоящий миф, этого делать не обязательно. После тренировки вы не должны бежать и сразу начинать кушать. Ничего с вами не случится, ваши мышцы никуда не пропадут, не денутся и не вырастут от этого лучше. То есть, простыми словами, неважно, вы будете кушать через полчаса после того, как вы позанимались, через 2 часа или через 3 часа. Тут уже зависит от вашего чувства голода. Если вы действительно хотите покушать, покушайте. Но от этого вам лучше не станет или хуже. Понимаете? Вот. В организме нет часов. У нас все очень просто. Только белки, жиры, углеводы. То есть определенный колораж. Калории зашли, калории вышли. Вот что только важно для нашего организма. То есть наша суточная норма, которую мы придерживаемся, она гарантирует нам результат. И уже не важно, в какое время мы будем это кушать. 9 часов вечера, прямо перед сном вы можете съесть огромную пиццу, да, ну как огромную, в пределах вашей нормы, да, и с вами ничего не будет, не отложится ничего в жир, потому что вы находитесь в дефиците. Если вы в дефиците, вы в дефиците, понимаете, да? Так, я чувствую, друзья, что надо будет снимать на эти темы еще отдельные множество видео, я уверен, вы будете задавать вопросы, и мы это сделаем, но пока мы начинаем такую обобщенную тему, так сказать. Вот. В общем, вы поняли, да? Любые продукты, определенные БЖУ в любое время. Все. У вас будет дефицит. Сейчас давайте немного поговорим, собственно, о белках, жирах, углеводах. Что я думаю на этот счет? Сколько нам нужно все-таки их употреблять, да, действительно? Например, вы хотите создать дефицит прямо здесь и сейчас. То есть, мое мнение на этот счет. Как это делать? Скажу вам, все очень просто, да? Все, чтобы вы понимали это даже сразу интуитивно. Насчет белка, я уверен, что нам хватает 1.5 грамма на килограмм веса тела. 2 – это максимум. Нам не нужно больше 2 грамма на килограмм веса тела. Это прям хватает. То есть вы берете свой вес. Опять же, если вы очень полный человек, не берите свой вес весь максимальный. Представьте примерно, сколько вы бы весили, да, если вы были бы ваша сухая мышечная масса. То есть уберите чисто у себя в голове там часть жира, которую вы считаете лишней. Представьте тот вес, который для вас является нормальным, да, если вы его помните. И опирайтесь на эту цифру, да. То есть вы можете умножить свой вес тогда на 1.5, к примеру, да. Вот у вас получится определенная норма белка. Ну, можете на 2 грамма, потому что я считаю, что во время похудания на сушке лучше кушать больше белка, просто потому что он сделает вас сытыми. Сытость – это все-таки самое главное. Вы не должны голодать. Если вы голодаете во время похудания, сушки, да, давайте будем называть все-таки это сушкой, если вы голодаете во время сушки и мечтаете о каких-то продуктах, значит, ваша диета, ваш план, да, он построен неправильно. То есть вы находитесь в слишком сильном дефиците, и вы не включили в свой колораж, в свое меню
некоторые продукты, которые вы действительно любите. Вот. Сейчас мы как раз проходим мимо пиццерии, понимаете? То есть, если вы любите пиццу, да, вы должны каким-то образом либо сами приготовить ее, либо покупать ее и есть каждый день, если вам это действительно приносит огромное удовольствие. Иначе вы, в конце концов, вы сделаете день для себя послабительный, то есть вы захотите это съесть. 100% и вы это сделаете. Поэтому лучше делать это каждый день грамотно. Так вот, белка мы берем 1.5 грамма на килограмм вес тела или 2, да? То есть белок мы можем получать из любых продуктов, вы знаете, да? Это, то есть это рыба, к примеру, яйца, мясо, это может быть какой-то сыр, да, определенный. То есть, ну, множество белка, да? Тот же протеин, да? Допустим, любой протеиновый порошок и так далее, да? То есть все это будет являться белком, там, творог, молочные продукты. Вот, это белок. Жиры, сколько вам надо жиров? Ну, давайте возьмем цифру примерно... грамм на килограмм вес тела, это будет норма. Вы можете взять даже немножечко больше жиров, да, но все-таки во время сушки я советую взять около грамма на килограмм вес тела. Если вы действительно хотите немного ускорить свой процесс, да, побыстрее все сделать немножечко, что я, кстати, не советую, ну, возьмите цифру полграмма, да, килограмм веса тела, да, жиров. Если вы очень полный человек, да, тогда это не страшно, потому что, то есть, вы будете брать запасы жира из своего собственного, да, не будет никаких проблем. Потом уже, чем суше вы будете становиться, все-таки жир вам, нам необходим, жир нужен, иначе, если вы полностью исключите жир из своей диеты, у вас могут начаться некоторые проблемы. Вы даже можете начать терять волосы, и в какой-то момент ваши глаза станут очень светочувствительными. В какой-то момент, то есть у меня была очень сухая форма, да, периодически в моей жизни, очень сухая, около 6-7% подкожного жира, да, когда я фанатично просто следовал питанию режиму, мне было интересно посмотреть, какие мои лимиты, где я чувствую себя на максимально низком проценте жира комфортно, да, то есть я убрал жиры в какой-то период жизни и, можно сказать, поплатился, то есть глаза стали очень светочувствительными. Мне было больно смотреть, то есть, на любые светлые объекты. То есть я постоянно щурился, да, то есть я не мог быть на солнце. Вот это из-за того, что я исключил жиры полностью. Но, слава богу, все обошлось, да, я вовремя это понял, обнаружил и исправил эту ошибку. Итак, жиры нам необходимы, да. Вот я вам назвал цифру грамм на килограмм веса тела берем. То есть, например, 80 грамм, ну, 70 грамм жира, да, в день. То есть зависит, опять же, от насколько, какой ваш... вес, так сказать, сухой вашей мышечной массы, да, вот. Насчет углеводов, да, тут все достаточно интересно и тоже просто. Вы можете взять цифру, например, если вы очень полный человек, да, то есть вы знаете, у вас много лишнего веса, да, например, у вас 35% жира или даже 40, да, без проблем вы можете начинать свое похудание, даже сушку, с 300 граммов углеводов в день. То есть вы при таких цифрах, да, то есть у вас будет 300 грамм углеводов, у вас будет, ну, допустим, 70 грамм жира и, скажем, 150-200 грамм белка. Все, при таких цифрах вы гарантированно будете в дефиците калорий, да, то есть вы будете расходовать энергии больше, чем получаете, вы будете сжигать жир, то есть ваш жир будет уходить, он будет браться... из ваших жировых запасов, потому что жир – это источник энергии, как вы понимаете, да? Вот. Углеводы – это энергия, и жир – это энергия. Итак, когда у нас уже нехватка углеводов, да, и жиров, которые поступают извне, из продуктов, организм начинает использовать наши собственные жиры в качестве энергии. Вот. Поэтому он расходуется. Никак по-другому. Вот и все. И потом постепенно, смотрите, все настолько просто, да, то есть вы можете пользоваться, допустим, даже у вас, если есть кухонные весы, да, вы можете примерно взвесить вот какие-то продукты, да, вы можете просто начать взвешивать, да, любые продукты, даже, не знаю, вот те же булочки, да, посмотреть, сколько в них углеводов, да, сколько жиров и так далее, да, рассчитать примерный калораж, вы можете начать прямо сейчас, прямо сегодня, да, и вы будете получать результат. Я гарантирую вам, каждую неделю вы будете скидывать, ну, первоначально, может быть, 5 килограммов, да, то есть 5-3 килограмма 100%, то есть у вас сначала сойдет вся вода, весь такой лишний жир, да, который первый быстро уходит. Потом процесс немного замедлится. Ну, вы будете скидывать где-то 2 килограмма в неделю 100%, да, килограмм 2. То есть я советую, опять же, делать все медленно. Лучше делать это очень медленно. Почему? Потому что тогда вы не потеряете никакой мышечной массы. То есть даже если вы будете...
я так скажу, на дефиците калорий даже возможен при определенных условиях набор мышечной массы. То есть, если у вас достаточно огромные запасы жира, да, ну, достаточно огромные, даже если у вас 20% подкожного жира, там, 22%, то это уже достаточно для того, чтобы вы могли во время дефицита набирать немного мышечную массу. То есть, при условиях, что вы будете тренироваться, да, все делать грамотно. Но с учетом того, что у вас будет маленький дефицит калорий, то есть, ну, не больше 200 грамм калорий, то есть, не больше 200 калорий, то есть, это может быть и 100 калорий, да, допустим, вы сделаете дефицит, 50 калорий, так будет еще лучше. Чем меньше вы сделаете дефицит, тем, чем медленнее вы будете сжигать свой жир, тем это лучше, тем больше вы спрогрессируете, да, и не потеряете мышечной массы 100%, даже приобретете ее. Так вот, еще почему я советую это делать медленно. Это не будет таким большим стрессом для вас, шоком, не то что для вашего организма, сколько для вас самих, привыкших питаться, допустим, бесконтрольно, да, то есть вы не смотрите, что вы едите, да, вам все равно, вот у вас, типа, есть, вот я хочу съесть это, да, допустим, все, я съел, а сейчас вы будете немного делать контроль, да, поэтому не стоит начинать делать резких изменений. Резкие изменения, конечно, гарантируют вам определенную быструю потерю веса, но в будущем это может привести к плохим последствиям, что у вас просто будет сильный голод, вот и все, голод — это значит конец, да. Итак, делайте небольшой дефицит калорий с самого начала. То есть я вам так скажу, прикол в том, да, что вы выбираете количество белка, да, он остается у вас неизменным. Все, то есть белки вы употребляете одинаковое количество белка все время, да. Вот у вас 1,5 грамма на килограмм вес тела. Все, вы не меняете эту цифру. Жиры, допустим, да, 70 или 80 грамм. Все, вы можете употреблять это и не менять эту цифру. Все внимание ваше сейчас будет приковано только к углеводам. То есть вся ваша коррекция веса будет зависеть только от углеводов. Вы сделаете определенную цифру, да, скажем, 300. У вас будет постепенно уходить вес. Все. Как только вес встал, вы еще убираете 50 грамм углеводов. Смотрите опять через неделю на весы. Допустим, вес у вас опять начал падать. Отлично, все, продолжайте в том же духе, пока ваш вес снова не станет. Ну, при том, что у вас будет какая-то дневная активность. Но я сейчас не буду говорить о том, что вы обязаны бегать, вы обязаны ходить в спортзал. Вы не обязаны этого делать на самом деле. То есть вы все равно будете прогрессировать, вы все равно будете терять вес, да, то есть в любом случае, потому что у вас дефицит калорий. То есть это не зависит ни от каких тренировок, это не зависит ни от какого кардио на самом деле. То есть если вы будете тренироваться, естественно, вы еще сможете нарастить мышечные массы, да, вы сможете спрогрессировать, у вас увеличатся силовые. Вот, если вы будете делать кардио, вы еще увеличите потребление калорий, да, то есть вы будете потреблять еще большее количество калорий, да, соответственно, вы, в принципе, сможете даже больше кушать, вот. И, или вы будете просто больше тратить, еще быстрее все произойдет, вот, но этого делать не обязательно. Так вот, за счет углеводов вы корректируете, потом вы убираете еще 50 грамм углеводов, еще, вы можете даже оставить 100 грамм углеводов в день в какой-то момент, понимаете, и проблем, в принципе, никаких не будет. Вот, но существует одна проблема, это чувство голода. Поэтому, чтобы решить этот вопрос, используйте такие продукты, которые вы можете съесть в огромном количестве, да, но при этом наполнить свой желудок и получить очень мало калорий. То есть вы, например, вы можете взять Coca-Cola Zero, да, там 0 калорий. Можете пить ее каждый день, хоть по 2 литра, да, допустим, на вечер, тогда, когда у вас приходит максимальный голод. И все, вы будете наслаждаться, она сладенькая, она вкусная, да, и это вам поможет не испытывать голод, да. Вы можете использовать, ребята, попкорн, да, вот сравните, если по количеству, да, то есть попкорн там куча, он очень полезный, да, там много клетчатки, там много белка тоже, да, там есть углеводы, причем сложные, вот, но, так, ребята, куда-то не туда я забрел, в общем, но его по количеству он очень огромный, вы можете набиться им полностью и при этом получить очень мало углеводов, но насытиться при этом. Вы можете там, допустим, употреблять огромное количество тоже овощей, да, ну, если вы их любите. Если вы их не любите, можно обойтись и без них, то есть вы не обязаны есть овощи. То есть если вы их не любите, вот, если любите, да, конечно, ну вот. Если вы любите овощи, вы можете есть их просто килограммами. Можете буквально есть овощи килограммами и не набирать никакой вес. Все. То есть
с вами закончили, с ребятами, которые хотят просушиться или похудеть. То есть, кстати, сушиться, да, даже если вы натуральный атлет, существует миф, типа, что натуральный атлет, да, он не может просушиться, типа. Но все это бред полный, да. То есть я всю свою жизнь, да, занимался натурально. Я не занимался бодибилдингом, но я вел активный образ жизни, я постоянно делал кардио, постоянно отжимался, да, делал там иногда турники, брусья, то есть, в общем, просто следил за питанием, да, просто такой был чисто физкультурник. Тоже любил потусить, но следил за питанием. Вот. И когда я хотел просушиться, я мог просушиться до 6%. Я мог идти дальше, я мог идти еще ниже. То есть жировую прослойку я мог снижать, снижать и снижать. Да? То есть я мог спокойно дойти, я был нереально сухой, да, то есть кожа у меня на животе, она у меня была такая же тонкая, как у меня на яйцах, короче, понимаете? То есть это было без проблем. У меня на спине. То есть вы можете снижать подкожный жир, да? То есть не бойтесь этого, то есть проблем никаких не будет. Тут только вопрос уже стоит в чем? В том, какой ваш комфортный процент жира, минимально комфортный. То есть где он будет хорошо. У кого-то это 10%, у кого-то это 15%, у кого-то 12%. Тут уже дело зависит больше от генетики. Но даже если, допустим, вам не повезло с генетикой, и вам будет очень плохо уже, допустим, на 15% подкожного жира, да, вы не расстраивайтесь. На самом деле я считаю, что все дело это можно развить. Я не особо верю в генетику по поводу того, да, что есть какие-то люди генетически склонные к полноте или худобе. Это все не так, это все корректируется питанием и временем. Чем дольше вы будете это делать, тем больше ваш организм привыкнет. Соответственно, то, что для вас когда-то было некомфортно, постепенно станет комфортным. И когда это произойдет, вы сможете двигаться дальше. То есть в сторону еще более низкого процента жира, да, если вам так будет угодно. Но для здоровья, ребята, даже 15% жира, да, это уже будет замечательно. То есть вы можете загуглить сейчас, да, посмотреть, о чем я говорю, что это такое процент жира, 10-15, да, вы можете посмотреть просто, как наше тело выглядит при разных процентах жира. То есть все это просто прослойка жира, ребята. То есть мясо, да, оно у всех плюс-минус одинаковое, да, там зависит тоже, опять же, от вашего уровня. Но все зависит, ваш внешний вид, от прослойки жира. Чем его меньше, тем лучше и больше ваших мышц видно, понимаете, да? То есть прикол только в этом. Все, я думаю, можно заканчивать с ребятами, которые хотят просушиться, да, и переходить к следующей группе людей. Это такие худые, да, такие дрящи, можно сказать, ребята, вот, которые очень тощие, вот, у которых очень мало жира и очень мало мышечной массы. Что делать им? Они часто говорят, люди: о, я не могу набрать типа вес, да, у меня не получается. Вот. Я, ребята, в это тоже не особо верю, когда люди говорят, типа, я ем так много, да, но у меня не получается набрать никакой вес. Или когда человек говорит, я ем мало, но я набираю вес. Это все неправда. На самом деле, если разбирать, допустим, меню человека, который говорит, что он ест много и не может набрать, на самом деле, если взвесить все его продукты, посмотреть, это получится очень мало. И он не будет там в профиците, поэтому он не набирает вес. А тот, кто говорит, что ест мало, на самом деле ест очень много. Если рассмотреть его меню, если все взвесить, если все посчитать, мы поймем, что человек в профиците, и поэтому он так сильно набирает вес. Понимаете, то есть это тоже зависит все в голове у человека, насколько адекватно каждый человек реалистично воспринимает свою порцию. Вот и все. Поэтому очень важно взвешивать. Вы не можете делать все на глаз, потому что глаз, ребята, в этом случае не алмаз. Глаз ошибается иногда. Вот. Итак, ребята, да, хардгейнеры, да, худые, что им делать? Я считаю, что таким ребятам тоже все достаточно просто. Не надо делать им бешеные профициты калорий. Сейчас мы говорим о профиците. То есть такому человеку нужно потреблять хотя бы на 200 калорий больше, чем он тратит за весь свой день, да, для того, чтобы он набирал вес. Сейчас мы уже поговорим о людях, которые ходят, естественно, в зал, да, вот, хотя у нас, в принципе, канал посвящен именно бодибилдингу, да, как-то телостроительству, да, разным трансформациям, но я все-таки буду затрагивать для разных людей, которые занимаются различными видами спорта, и в том числе вообще не занимаются, но хотят привести себя в форму, да, поэтому. Так, но насчет набора веса я все-таки буду сейчас говорить только о ребятах, которые действительно занимаются. Либо они ходят на турники, либо они тренируются дома, занимаются собственным весом, или они ходят в зал, но у них цель гипертрофия, да? То есть они хотят именно мышечную массу.
Вот. Почему не стоит набирать лишний вес тем людям, которые вообще не занимаются? Потому что это возможно, но это будет просто жир. Ребята, а мы хотим избавляться от лишнего жира, мы не хотим его набирать. Итак, ребята ходят в зал, да, допустим, они тренируют каждую мышечную группу как минимум дважды в неделю, да, потому что это обязательно, это самое лучшее, да, что вы можете сделать, чтобы ускорить все процессы своего роста. Вот, они тренируются, они делают прогрессию нагрузки, да, они соблюдают хорошую технику, хороший темп, они уходят в отказ, вот, они, короче, прогрессируют, да, у них все нормально, но вес не растет по каким-то причинам. Потому что едят они очень мало, они мало кушают, у них нету профицита. Как сделать профицит? Опять берем, да, сейчас натурального атлета, да, неважно, да, умножаем его вес на 1.5 грамма, опять, или на 2, вот, сколько он хочет, либо 1.5 грамма на килограмм вес тела, либо 2 грамма на килограмм вес тела, и это его белки. Жиры в этом случае тоже будут в зависимости от его веса, около грамма на килограмм веса тела. В принципе, можно больше, но не нужно, потому что лишний жир, да, с учетом тоже профицита в углеводах, лишний жир всегда пойдет в жир, и от него избавиться уже сложнее, чем если вы перейдите углеводами, да, потому что углеводы сначала нам попадают под кожу, да, и вы их можете израсходовать, а жир сразу идет в жир, ребята, да. Итак, углеводы. Тут все тоже очень просто. Например, это худой паренек, он весит 60 килограмм, да, пускай он опять попробует сделать 300 грамм углеводов, к примеру, да, и будет смотреть, идет ли у него вес наверх или нет. Опять же, он может взвешиваться каждую неделю. Если он набирает каждую неделю по полкилограмма, по килограммчику, то все нормально, все, у него пошла масса наверх, да, он в принципе набирает. Но тут я хочу вам сказать, не стоит тоже делать дикий профицит, то есть если он начнет употреблять кучу калорий, да, то есть там 4000 калорий, допустим, в день, да, то есть он будет очень быстро набирать вес, но в основном это будет просто жир, то есть он быстро разжиреет, потому что не бывает, мышечная масса, особенно у натурального атлета, да, она растет очень долго, то есть вы не наберете там 10 килограммов, допустим, мышечной массы за год, да, то есть это может произойти, я не знаю, если вы какой-то, ребята, уникум, там, генетический мутант, действительно, вам невероятно повезло, вы одарен, вы можете это делать, да, например, как Диас, бля, который набрал 30 килограмм мышечной массы за год. Ребята, вы не Диас, да, вы не наберете столько, да, скорее всего, поэтому делайте небольшой профицит калорий, да, опять, просто с углеводами, да, экспериментируйте. Если вы, ну, возьмем так, по-простому, вы начали набирать вес, да, то есть вы увеличиваете углеводы до тех пор, пока у вас не сдвинется стрелка на весах. То есть сейчас вы стали набирать вес. Все, вы набираете. Да? Мы решили эту проблему. То есть коррекция идет только за счет углеводов. Как похудение, сушка, так и набор. Вот, вы набираете вес. Хорошо. В какой-то момент вы видите, что вы стали заплывать. То есть вы уже стали слишком жирные, да? То есть у вас уже появилось лишнее сало, да? Вам это не нравится. Что вы делаете? Стоит ли вам продолжать тогда набор? Или вам стоит немного приостановиться? Я считаю, вы можете убрать немного углеводов, да? Сделать, так сказать, небольшую сушку. Такую маленькую-маленькую. То есть, например, вы были 12% подкожного жира, вы, допустим, дошли даже до 20%. К примеру, да, вот это ваш первый набор. К примеру, вы дошли, вам это не нравится, естественно. Все, делайте небольшой опять дефицит. Тоже, может быть, 50 калорий, может, 100, может, 200, да? Начинаете немного, понемножечку сушиться, да, и вы продолжаете тренироваться, вы продолжаете делать прогрессию нагрузок, да, то есть у вас все получается. Вот, таким образом вы можете продолжать, то есть наращивать мышечную массу во время дефицита, да, калорий, вот, и у вас будет в то же время, да, теряться подкожный жир, то есть это вам будет только на руку. После того, как вы дойдете, например, опять до 15 или 12% подкожного жира, вы можете снова делать небольшой профицит, то есть, потому что, опять же, набирать мышечную массу на дефиците, да, возможно только до определенного момента, при определенных условиях. То есть, если для вашего организма, да, точка комфорта, точка поддержания будет являться, допустим, 9% подкожного жира, к примеру, то вы можете сушиться, да, постоянно до 9% подкожного жира.
все, потом делать удержание, да, то есть стараться удерживать этот комфортный ваш процент и прогрессировать при этом проценте подкожного жира. Но если это 12% или 15%, соответственно, вы должны делать 12 или 15% подкожного жира. Вот и все, по-другому никак. Все, и в принципе это самое главное для вас. То есть вы не делаете диких, жестких наборов. Вы не делаете диких, жестких наборов, то есть вы не разжираете слишком сильно. Как только вы видите, что вы стали слишком жирный, вы тут же делаете небольшую сушку. Как только вы поняли, что вы уже слишком сухой и вам нехорошо, вы чувствуете себя во время кардио или там во время тренировки как старый дед, вы чувствуете, что вы слабеете, да, то вы делаете опять профицит. Вот и все. Все настолько просто. Конечно, работает любой метод, вы можете также спокойно набирать, да, то есть вы можете набирать до 25 даже процентов жира, и до 30, да, и до 40 во время своего набора, да, и вы будете набирать, естественно, вы будете набирать и мышцы, и, ну и куча жира, и просто чем сильнее вы затянете свой массонабор, тем дольше будет ваша сушка. Это не стоит того, вы не получите никакой экстра выгоды за счет этого. Поэтому старайтесь набирать свой вес максимально сухо. Вот. Сейчас я, например, да, я нажрал немного лишнего. То есть я уже нахожусь в районе 18% подкожного жира, да. Все, соответственно, я убираю сейчас у себя немного углеводов, да, и буду избавляться от этого подкожного жира. Буду идти, может быть, до 12% подкожного жира, может, до 11%, может, до 10%. Может, до 9, посмотрим, как пойдет, да? Зависит от того, как я себя буду комфортно чувствовать, как будет идти мой прогресс. Вот и все, в принципе. Вот. Так, следующий момент, да? Это поддержание. Что делать тем ребятам, да, которые, в принципе, допустим, да? Ну, то есть мы разобрались, да, с ребятами, которые хотят просушиться, с ребятами, которые хотят набрать, да? Вот, даже, вот, сейчас легкое такое отступление. То есть даже если вы худой парень, да, очень худой, дрищ, но при этом жирный дрищ, знаете, есть такая категория людей, то есть вы дрищ, но в то же время у вас пузо, да, бывает такое, не повезло. Ребята, не стоит отчаиваться. Но вы, допустим, наняли своего тренера, или вам кто-то посоветовал, сказал, бля, делай, короче, набор, да, то есть делай дикий профицит, да, начинай набирать массу. Шлите его к чертям. Какая вам набирать массу? Наоборот, нет. Вы должны сделать. Если вы уже настолько жирный, да, хоть вы и худой, вы все равно делаете небольшой дефицит калорий, чтобы избавиться от этого лишнего жира. И попутно вы тренируете в зале обязательно, потому что силовые – это ключ ко всему, да, то есть прогрессия нагрузок, да, время под нагрузкой. То есть вы тренируетесь грамотно, опять же, правильно, да, об этом мы поговорим потом, да. Тренируйте каждую мышечную группу как минимум 2 раза в неделю, да, потому что я это всегда говорил и буду говорить. Потом мы, кстати, об этом поговорим подробнее, да? Вы делаете это и делаете небольшой дефицит калорий. Вот. И тогда вы избавитесь немного от подкожного жира. Вы нарастите немного мышечной массы, да? Вы уже не будете, так сказать, жирный дрищ. Вы будете такой подкачанный сухой такой парень, да, который выглядит достаточно атлетично. Вот. И потом уже с этого вы будете делать небольшой профицит и набирать. Все. Я думаю, с этим мы разобрались. Закрываем эту тему. Да, переходим к тем парням, которые, допустим, или мужчинам, да, взрослым, которые, они, в принципе, довольны своей формой, у них нормальное количество мышечной массы, да, по жизни, вот. Но у них есть лишний жир, вот, и они не знают, что делать. Они хотят, в принципе, немного подсушиться, вот. Но у них, как бы, у них такое замешательство, они не знают точно, да, стоит ли, потеряют ли они мышцы, да, при этом. Там, стоит ли, может, набирать или еще что-то, я вам так сразу скажу. Так, ребята, я просто, почему я так стал медленно говорить, я немного заблудился, да, сейчас вышел, я немного не туда пошел, то есть мое кардио, оно будет увеличено. Вот, так что, все нормально, не обращайте внимания. Итак, таким ребятам, у которых есть уже внушительное количество мышечной массы, ну, как им нравится, они довольны своим телом, довольны своим результатом. Их тренировки – это только поддержание, да, то есть для них уже не важен прогресс.
Что делать им? Ребята, я говорю так сразу. Вам нужно избавляться от своего подкожного жира, да, максимально. То есть, насколько у вас получится. А, все, ребята, я нашел, как идти. О, все, мы идем правильно. Короче, вы избавляетесь от своего подкожного жира максимально. То есть, вы идете настолько низко, насколько сможете. Опять же, если вам позволяет сила воли, да, вот, вы опять, что вы делаете? Ваша задача построить такое питание, которое вы сможете придерживаться всю свою оставшуюся жизнь. Потому что в этом будет ключ. То есть вы не хотите получить какой-то результат, да, на 3 месяца, допустим, или за 3 месяца вы ставите себе рубеж. Вот 3 месяца, все, я сейчас начинаю заниматься, я привожу себя в форму, да. Ну хорошо, вы привели, а что через 3 месяца? Вы возвращаетесь в своей старой жизни, к примеру. И вы не поверите, у вас сразу все вернется, как и было. Все, что вы так долго, то есть, трудом получали, да, вы все это сразу потеряете, моментально, как только вы вернетесь к старому. Поэтому ваша задача – это уже сейчас понять, что решение, которое вы принимаете, оно на всю жизнь. Вы меняете свою жизнь, понимаете? Вот эта часть вашей жизни, да, вот это питание, оно меняется. Поэтому вы должны сделать его максимально удовлетворяющим. Вы должны получать от всего удовольствие сейчас. Вы понимаете, что это на всю жизнь, да? Вам должно быть это максимально удобно. Вот. Итак, выбирайте опять продукты, которые вы любите, без которых вы не можете. Вы едите их каждый день, вы наслаждаетесь жизнью каждый день, да? Вы строите себе колораж определенный, да, чтобы просушиться. Максимально, насколько вы можете, насколько вам будет комфортно. Идите в самый низ, ребята. Ничего не бойтесь, вы не потеряете ни одного грамма своих мышц, даже если вы натуральный атлет. Все, кто говорят другое, простите меня, они пиздоболы, короче, да, они пиздят, не слушайте их. Это 100%, то есть вы ничего не потеряете, вы только приобретете. Вы будете выглядеть охуенно, да, вот и все, у вас будет идеальное рельефное сухое тело, и вы будете здоровы, у вас все будет очень хорошо, понимаете? Итак, вы сушитесь максимально низко. Если вы можете дойти до единичной цифры, да, до девяточки хотя бы, вау, я вас поздравляю. Это просто офигенная форма, то есть вы будете выглядеть шикарно. Если вы можете идти ниже, идите ниже. Но для большинства, да, я не буду сейчас говорить, о, Саня, ты сказал, иди до девяточки, но я не могу идти до девяточки. Нет, не все смогут там быть, да, то есть не все сразу, да, то есть сначала хотя бы дойдите до 12% подкожного жира, дойдите до туда, да, вы дошли, отлично, сделайте теперь поддержание, перестаньте делать свой дефицит калорий, попробуйте создать такой потом колораж, чтобы вы могли удерживать эту цифру, то есть вы довольны своей формой, то есть вы сушитесь до того момента, пока вам в зеркале не понравится то, что вы видите. То есть вы ориентируетесь по весам, естественно, вы смотрите на весы, сколько вы теряете каждую неделю, но только для того, не для того, чтобы преследовать какую-то цифру на весах, конечно, вот я хочу весить столько. Нет, это не важно, сколько вы будете весить, абсолютно не важно ваша цифра на весах. Не важно, какие у вас силовые в зале. Не важно, сколько вы приседаете, сколько вы жмете. Это все не важно. Важно то, как выглядит ваша форма. То есть ваша визуализация, как вы себя видите в зеркале. Как только, да, вам нравится ваша форма, вы говорите, да, вот сейчас я себе нравлюсь, да, вот это то, что мне нравится. Все, что теперь? Теперь вы, опять же, да, то есть я вам сейчас еще расскажу. То есть белки, да, вы их не меняете. Они у вас всегда такие. Вы можете есть даже больше белка, я вам скажу. Если вы съедите больше белка, с вами ничего не случится. Белок никогда не отложится в жир. Белок не может откладываться в жир. То есть огромное количество белка не даст вам жировые запасы никогда. Понимаете? То есть белок вы можете переесть даже в какой-то день, если у вас жуткий чисто голод, да, вы не знаете, как его сбить. Просто съешьте белка, например, я не знаю. Попробуйте съесть что угодно из белкового, да, какой-нибудь клетчатку тоже. Вы можете сделать даже салат, допустим, из курицы, да, к примеру. Хоть килограмм салата, например, килограмм еще курицы, да, ну, к примеру, попробуйте даже это съесть, вы не съедите. Все, вы собьете свой голод, и вы не наберете ни капли жира, да. Ну, это сейчас примерно. А так я потом объясню, как это можно питаться вкусно, то есть, как избежать любых дискомфортов, да, во время сушки. Итак, белки ваши остаются неизменными. Они не меняются. Все, они как есть, так есть. Допустим, 200 грамм белка в день. Все, это ваша цифра. Можно меньше, можно больше. От этого ничего не изменится. Ваши жиры, да, тут вы контролируете, да. То есть у вас цифра, да, допустим,
80 грамм жира в день, допустим, все. Этого вам хватает, допустим, ну или 70, да, все, это вы тоже не меняете. Это ваша цифра, да, так сказать, на каждый день. Вы ее никогда не меняете. Вся ваша коррекция вашего внешнего вида будет происходить только за счет манипуляции углеводов. Понимаете? Когда вы будете убирать углеводы, да, при условии, да, что вот так и так у нас с белком, да, и жиром, у вас будет либо уходить вес, именно жир, да, при условии, что вы тренируетесь. И даже нет, если, да. Но если вы тренируетесь, да, и вы делаете дефицит калорий, то у вас тогда не только не уйдет мышечная масса, она будет выглядеть жестко, да, вы еще можете даже нарастить попутно какое-то количество мышечной массы. В общем, вы будете выглядеть очень жестко, вы будете такой жесткий атлет, да, вы будете очень хорошо выглядеть. Если вы сделаете дефицит без этого, да, вы сможете просушиться, но, увы, не все смогут обладать или быть, допустим, внушительной мышечной массой. Да, если генетически здоровые ребята, просто сами по себе у них крупный костяк, да, у них широкие плечи, у них... У самих по себе много мяса, да, от природы, такие мясистые люди. Им можно сушиться без проблем, даже без тренировок. То есть они могут там отжимания, да, поделать там время от времени. Они будут выглядеть, как будто они ходят в зал. Они будут выглядеть так, как некоторые даже никогда не будут выглядеть, даже когда они ходят в зал. Очень долгое количество времени, понимаете, вот что такое генетика. Вот, но все же, да, лучше делать какие-то физические... Друзья, немного уронил свой телефон, извиняюсь. Итак... На чем остановились? Итак, лучше делать нам, да, какие-то физические все-таки упражнения, да, для того, чтобы поддерживать нашу мышечную массу, для того, чтобы она не хотя бы стояла на месте, да, то есть ну, поддержание это очень легко, вы делаете какие-то упражнения, да, вот, тренируете свои мышцы хотя бы два раза в неделю, да, к примеру, вот, ну или один случай вашего поддержания, и делаете дефицит калорий, то есть, да, сушитесь до того момента, когда вам это нравится, да, когда вам нравится то, что вы видите в зеркале. И когда вам это нравится, вы добавляете количество углеводов, да, небольшое, допустим, и пытаетесь это поддерживать. И вы видите, если ваш вес стоит на месте, да, то вот это то самое, это ваше БЖУ, да, это ваш колораж, так сказать, белки, жиры, углеводы. То есть это ваша цифра, да. Если вы видите, да, допустим, у вас активность какой-то день меньше, еще что-то, да, вы стали набирать опять лишнего веса, ну, просто уберите немного углеводов. Опять, уберите, допустим, ну, не делайте резких обрезаний, да, там, не делайте резких плюсов, не делайте резких минусов. Все, делайте 50, обрезали, 50, допустим, добавили, и смотрите. То есть по весам, да, вы никуда не торопитесь, чем медленнее, тем лучше. Вот, тем лучше будет ваш результат, и постоянней, и никаких не будете испытывать дискомфортов. Вот. И все, это ваша задача. То есть вы поняли, лишь только за счет манипуляции углеводов будет происходить изменение в вашем внешнем виде, ваш вес, ваш подкожный жир, что угодно. Ну вот, как-то так. То есть питание все настолько просто. И небольшое, сейчас быстренько пробежу. Вам не нужно следить по времени, то есть вообще не важно, когда вы едите, не важно, сколько раз вы в день едите, то есть не важно, что вы едите даже перед сном, да, вот это забудьте, о, вы должны есть творог перед сном, да, вы можете съесть казеина на ночь, да, допустим, даже, я вам скажу, 40 грамм, допустим, да, казеина перед сном, да, это вам обеспечит синтез белка, да, в течение, там, 6 часов, да, то есть пока вы спите, да, ну вот, но это не будет играть ключевую роль, вы не обязаны, вы можете съесть кексы перед сном, вы можете съесть там, я не знаю, тарелку плова, вы можете пиццу, опять же, съесть перед сном, если это, вы даже можете есть, допустим, раз в день или два раза в день, да, там неважно, вы пропустите завтрак, не пропустите, это все уже не имеет значения, конечно, лучше не пропускать завтрак, да, чтобы иметь какую-то энергию, но, опять же, все мы разные, да, кому-то это будет хорошо, кому-то это будет очень удобно, понимаете, пропустить завтрак, допустим, терпеть какое-то время, а потом прийти под вечер и отожраться, да, то есть, ребята, пожалуйста, если это работает на вас, да, делайте это, лишь бы это работало, лишь бы это вам приносило удовольствие. Главное, знайте свою норму, да, рассчитайте ее прямо сейчас, возьмите, рассчитайте ее, да, и следуйте, и все. Я гарантирую вам, я обещаю вам, у вас будет происходить результат. Даже если вы будете есть какие-нибудь булочки на ночь, даже если вы будете есть какие-то там пирожки, да, что угодно, ребята, мороженое, что угодно, вы будете... получать результат, вы будете терять подкожный жир,
вы будете наращивать мышечную массу, да, вы будете прогрессировать. Hello, you alright? Вот, жалко, ребята, у меня нету монет, я бы сейчас ему подкинул, ребята, но у меня нету, к сожалению. Подождите, давайте сейчас, может быть, мы возьмем что-нибудь ему купим. Да. Maybe you want some food? Maybe want something to eat? Yes, please. What you want? Anything. Yeah, you want crisps, maybe? No, you want crisps? You want crisps? You want some Doritos? Chips, like crisps? Yeah. Yeah, one sec. Сейчас мы, может быть, купим где-то чипсы. Hello? Сейчас возьмем, да, сейчас это немного чипсы. Байкаль. Ну вот, дорогие друзья, все, зашли. Yeah. Have a nice evening. Yeah. Bye. Все, возьмем сейчас Доритов искать. И все. Yeah. Have a nice evening. Ну вот, да, как-то так. Пускай немного погрызет, да. Будет, короче, закусочка у него. Все, так, сейчас идем туда. Да, мы идем правильно. Итак, ребята, вы обязательно можете прямо сейчас рассчитать свой калораж, да. То есть запомните, белки, с ними все просто, с жирами все просто, да. Вы их держите на одном месте, да. Вы их не трогаете вообще, просто манипулируете углеводами, все. Сколько раз вы едите в день, неважно, идите вы там после тренировки сразу или не идите, это не даст вам, это вообще не имеет значения, да. Все, и вы будете получать результат 100%. Если, ребята, у вас какие-то вопросы, да, пишите в комментариях, пожалуйста, да. Я сниму еще на эту тему какой-нибудь видеоролик, потому что тема действительно, она очень обширная. Тут много топиков и подтопиков, да, о чем можно сказать. Вот, я просто сейчас делаю кардио, да, и решил поделиться, да, чтобы уже имелось какое-то базовое представление, потому что я считаю, что все-таки питание является ключевым фактором форме, да, то есть, и опять, и не верьте, да, если вам скажут, что кто-то, допустим, вот, человек, вы не можете, допустим, похудеть, да, по каким-то причинам, то есть, они скажут, что это невозможно, да, или кто-то скажет, для вас невозможно набирать вес, да, все это неправда, ребята, всем возможно избавиться от подкожного жира, причем очень сильно, да, неважно, какой вы, что вы, это вообще не важно, да, и все могут наращивать мышечную массу, да. Итак, все, ребята, тренируйтесь, да, будьте сильными, попробуйте все это прямо сейчас, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, ставьте колокольчик, да, покажите это видео своим друзьям, пишите в комментариях, что вы думаете, что мне снять еще, да, и все. Всем хорошего вечера, всем удачи, до встречи, пока!